Здравствуйте! Видео о создании эмулятора ключа Lexus ES200 2017 программатором Landsdor K518ISE при потере всех ключей. Это программатор Landsdor K518ISE. Тестируем авто Lexus ES200 2017. В главном меню выбираем «Создать эмулятор ключа». Сообщение. Эта опция позволяет создать запасной мастер-ключ, когда все ключи потеряны. Этот ключ заменяет оригинальный мастер-ключ при включении панели приборов и добавлении ключей. Проверка сетевого окружения и извлечение локальных резервных данных. Выбор файла. Информации из EEPROM. Один ключ с 88 чипом. В течение примерно 2 минут запрос с сервера. Теперь в отсек для ключей K518 нужно поместить привязываемый эмулятор ключа красного цвета и нажать его круглую кнопку. Делаем это. Нужно подождать, поскольку эта процедура может занять примерно 5 минут. Генерирование ключа завершено. Нужно нажать круглую кнопку эмулятора, приложить его к кнопке запуска авто и попробовать включить панель приборов. Если панель приборов нормально включится, то этот эмулятор можно использовать вместо оригинального ключа при добавлении новых ключей. Делаем это. Панель приборов включилась. Второй этап успешно завершен. Спасибо всем за просмотр.